Друзья, всем привет! Вы на канале Ничего Чемик! Трое из Ютуба! Двое! Я говорю тебе, ТикТок! В предыдущем видео мы играли с Ариной и Акинатором и говорили Акинатору только «да». В итоге мы выяснили, что если говорить Акинатору только «да», то он будет показывать одного персонажа. Если хотите узнать, какого именно персонажа, то переходите скорее по ссылке в этом видео и посмотрите этот выпуск. Тогда после этого выпуска у нас закрался один вопрос. Что будет, если говорить Акинатору «нет»? И мы решили снять новое видео. Сегодня мы говорим Акинатору только «нет». Что бы он нас ни спрашивал, мы говорим «нет, нет, нет, нет». И посмотрим, кого он нам будет показывать. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. А мы что делаем? Начинаем! Да! Итак, друзья, у нас сегодня говорим Акинатору только «нет». Это не я. «Привет, я Акинатор», говорит он нам. Задумывайте реального. Здесь знаете? Да, вот смотри, здесь написано «Привет, я Акинатор». А вот здесь он внизу говорит: задумайте реального или вымышленного персонажа, и я попытаюсь его отгадать. Мы не будем никого абсолютно загадывать, ни реального, ни вымышленного, никакого персонажа мы не загадываем. Мы говорим только «нет» Акинатору. Начинаем играть. Первый вопрос. Ваш персонаж из реальной жизни? Нет. Нет, мы будем говорить тебе только «нет». У вашего персонажа одна голова? Нет. Нет. Ваш персонаж может двигаться? Нет. Нет. Имя вашего персонажа хоть кто-то знает? Нет. Ты что, с ума сошел? Ну, кроме, наверное, Акинатора, потому что он нам должен что-то ответить. У вашего персонажа короткие волосы? Нет. Ваш персонаж плод вашего воображения? Нет. Ваш персонаж из мобильной игры? Нет. Ваш персонаж прославился благодаря футболу? Нет. Я думаю, это игрок, который никогда не соглашается. Это умник, который всегда отвечает «нет». Да, ты прав, ты прав. Ты нас раскусил. Хорошо. Хорошо, давай еще раз попробуем. Только «нет» отвечаем. Ваш персонаж из реальной жизни? Нет. Нет. У вашего персонажа одна голова? Нет. Ваш персонаж может двигаться? Нет. Вашего персонажа хоть кто-то знает? Нет. Он задает те же самые вопросы, что и в той игре. Ладно, давайте посмотрим дальше. У вашего персонажа короткие волосы? Нет. Ваш персонаж плод вашего воображения? Нет. Ваш персонаж из мобильной игры? Нет. Он задает те же самые вопросы, что и в тот раз. Я не знаю. Да, он, смотри. Ваш персонаж прославился благодаря футболу, он спрашивает. И если мы будем отвечать то же самое, то он опять скажет, что игрок, который отвечает «нет». Ну ладно, нам придется доиграть все равно. Ваш персонаж прославился благодаря футболу? Нет. Нет. Да, видишь, это игрок, который никогда не сыграется. Я знаю. Хорошо, а если мы сейчас скажем «нет»? Продолжить? Нет. Ладно, а давай мы теперь скажем... Давай ему говорить «я не знаю». Ну давай. Друзья, мы уже выяснили, что если Акинатору говорить только «нет, нет, 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 нет» на все его вопросы, то он скажет, что вы – это игрок, который постоянно говорит «нет». Ну, в принципе, он прав, он все равно угадал. А сейчас мы попробуем ему говорить «я не знаю». «Я не знаю». Ваш персонаж из реальной жизни? «Я не знаю». Ваш персонаж имеет ноги? «Я не знаю». Ваш персонаж из вымышленной страны? Я не знаю. Ваш персонаж рыжий? Да я не знаю.
Ваш персонаж герой мультфильма «Лунтик и его друзья»? Я не знаю. Это человек инкогнито. Умник, который всегда отвечает «Не знаю, не знаю». Отлично. Смотри, он все равно он угадал. Давай скажем ему еще, возможно, частично. Давай. Ваш персонаж из реальной жизни? Возможно, частично. Частично. Ваш персонаж из вымышленной страны? Возможно, частично. Ваш персонаж связан с игрой Майнкрафт? У вашего персонажа есть кровать? Возможно, частично. Только я не знаю, как это ей возможно частично. У него есть пол кровати только. Имя вашего персонажа хоть кто-то знает? Да. Его знает кто-то. Но, возможно, частично. Нерешительный оптимист. Умник, который всегда отвечает «возможно». Да нет, мы отвечаем «невозможно», мы отвечаем «возможно, частично». Отлично, Акинатор все равно угадал. Кого бы мы ни загадывали, он все равно угадывает. Друзья, спасибо, что провели время вместе с нами. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчики. Смотрите еще это видео или вот это видео, а можно и два сразу смотреть. Увидимся. Пока-пока. Пока-пока. I keep boys by my side.